голосования я в данном случае выбрал второй путь. Вот что любопытно. Первая история, Даш, ты сейчас умрешь. Я чуть не повторил... Галочка, ты сейчас умрешь. Галочка, да. Ты сейчас умрешь. Ребята, я чуть не повторил судьбу Лобкова. Кому? А у тебя-то это как? Yes. Происходит следующим образом. За два дня до отъезда, это было в прошлую среду, плохо понимая вот с этим удаленкой, в Питере нельзя удаленно голосовать по интернету, там как это Москва и Нижний Новгород. Ну я что-то, короче говоря, я залез на сайт. Что-то нажал и все исчезло? Госуслуги, нет, что-то нажал, и перевелся в участок напротив дома, здесь, в Москве, потому что понимал, что 4 числа я буду в Москве в среду. Напротив, там у меня две школы, и в них есть участие. Они меня через день, все, как бы госуслуги отлично сработали, они мне прислали письмо, сказали, что все, мы вас перевели. Я как-то об этом забыл. Приезжаю в город, в Питер, там, где я прописан, Пушкинская улица, самый центр, рядом с Невским проспектом, Московским вокзалом. Да, я думаю, может, надо какой-то, может, открепительный бюллетень пойти получить. Ну, по привычке, как это на голосовании происходит. Да. Пошел в соседнем доме у меня участок, всегда такое маленькое помещение, такое фактически полуподвального типа. Прихожу и решил поснимать все это дело. Да. Значит, захожу, меня встречает, вдруг выходит барышня такая в буклях, в маске, в этой пластмассовой закрывашке еще сверху, такой прозрачный. О, здравствуйте, заходите скорее, буквально меня хватает, потому что я один. Ну, иди, нет никого. Да. Я захожу, значит, мне выдается маска. При входе попросили обработать руки санитайзером. Ну, это вот круто. Есть полиэтиленовые перчаточки там. Я представляю, сколько денег на это все вбухано во все это. Послушай, это тот случай, когда лучше пусть будет в городе. Я согласен, да, но при том, что весь город ходит без масок, уже давно все на все забили, в городе ужасная ситуация с эпидемией связанной, не хватает койко-мест, даже Беглов это признает, губернатор Петербурга. Ну, не важно, суть не в этом. Я захожу, сажусь, а как полутьма, все окна зашторены, там темно, прямо темно конкретно. Значит, там у нее такой перед этот большой грозбух, куда записываются. Значит, она говорит, ну достаньте, пожалуйста, паспорт. Адрес я там говорю, вот он. Теперь да, достаньте паспорт, вот, пожалуйста, можно я из ваших рук. Я открываю. Она говорит, так, ну что ж, Кирилл, вот вам. А Кирилл мой отец. А я Виктор Кириллович.